Пеппа и ее семья направляются в картофельный город. Это не парк, а обыкновенное картофельное поле. Это и есть картофельный город? Наверняка. Что это то самое место, папа Свин? По-моему, это самое обыкновенное поле. Посмотрим, как растут наши овощи. Также мы полетим к мечте на настоящей картофельной ракете! Может, я тоже выйду? Поехали! Пока! И выходим! Правда, было очень весело, папа! Когда Джордж был маленьким, мы укладывали его в коляску и катали вокруг дома. Он всегда засыпал. Как странно. Без громкого шума? Сколько раз мы обходили вокруг дома, мама? 3 раза? 50. Пеппа, ты почему не спишь? В какой же ты спальне? Стой, папа! Это комната малыша Александра! Свет разбудил малыша Александра. Все лежат в своих постелях. Все спят. Малыш Александр проснулся. Что это за шум? Это пылесос. Почему вы пылесосите ночью? Мы вас не потревожили? Мы обнаружили, что шум лучше всего усыпляет малыша Александра. Он любит шум. Мы шумная семья. Зачем тетушка трубит в трубу? Я должна быть красивой, совсем как мама. Пеппа нашла мамину косметику. Ага. Сначала пудра. Чудесно. Теперь помада. Красивая мама-свинка. Пойдем, папа-свин, тебе пора на работу. Мама-свинка работает за компьютером. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Прошу прощения. Пеппа, я сказала привет. Я не Пеппа. Я мама-свинка. Ах, да, конечно. Привет, мама-свинка. Привет. А это папа-свин. Джордж. Привет-привет, папа Свин. Кто как видит? Пеппа и Джордж играют с пони Педро. Они бегут прыгать по лужам.
Педро подскользнулся и потерял очки. Где мои очки? Без очков Педро плохо видит. Джордж нашел очки Педро. Глупенький. Вот они. Спасибо. Педро, а зачем тебе очки? Нужды, так сказал окулист. Вот. Кто это окулист? Мой папа окулист. Он проверяет, хорошо ли ты видишь. Как? Он что, заглядывает в голову? Дед. Он проверяет зрение. Хочешь, я проверю твое? Да! Проверь! Проверь! Ладно. Интересненько. Закрой один глаз. Что ты видишь? Я вижу Джорджа. Закрой оба глаза. Теперь ничего не вижу. Ничего не видишь? Очень-очень интересно. Кажется, тебе нужны очки. О, правда? Да. Педро, домой. Пока, Педро. Пока. Пеппа и Джордж приехали в гости к бабушке и дедушке. Бабушка! Бабушка! Привет! Мои малыши, прежде чем заходить, снимите грязные сапоги. Да, бабушка! Пеппа, Джордж, смотрите, что у меня есть. Занавески. А зачем такие маленькие занавески? Это сюрприз. Хотите посмотреть, что дедушка Свин строит в саду? Дедушка! Девушка! Привет, Пеппа, Джордж! Смотрите-ка, что я построил. Это ваш домик. На дереве. А с Джорджем. А это занавес. Ски для вашего домика. Ура! Пеппе и Джорджу нравится домик на дереве. Спасибо, бабушка! Спасибо, дедушка! Хо-хо-хо! Кто хочет зайти внутрь первым?